1 февраля. Мороз стоял. Тупо градусов минус 30. Это был первый день, когда мы в арендованном зале и должны были пройти первую тренировку. Лена куча была размещена на комнате. Я туда ехал, твердо говорю, что никто не придет. Сейчас я приду, померзну там, в этом зале холодном. Я отвалил. И удивительное дело, как это ни странно, люди пришли. Олимпийского резерва под дзюдо, и вот там олимпийские снимали зал. И я пришел, и вот как-то как мне щелкнуло. Я после первой же тренировки, на которую я пришел, я уже твердо знал, что завтра утром я еду перед работой покупать кимоно. И так вот как-то меня это все зацепило. Да, естественно, все предрассудки, какие только можно относительно айкидо, я испытывал. Честно, я испытываю до сих пор. И шишки набиваются и в прямом смысле, и в переносном. Тем не менее, это часть моей жизни, и очень хорошо, что... Может и поздно, если бы я начал бы раньше, да, лет на 10. С другой стороны, я сейчас человек достаточно ветреный. А 10 лет назад, наверное, меня бы, может, и не хватило бы на регулярном занятии. А сейчас хватает. Мне сначала это не очень нравилось, честно говоря, фехтование. Тренировка по фехтованию был ужас. Плечи и лопатки болели так, что вот не, после трех по фехтованию вот так вот вытереться полотенцем было невозможно, потому что все сводило. Фехтование я очень не любил. Но это быстро прошло. Мне нравится эта экзотика, этот антураж. Да, я читаю по мере жажды знаний, но не более того. А, например, мой первый учитель, Наталья Крыленок, она вообще от этого была абсолютно далека. Худшим мастером от этого никоим образом не стал. Но ее это не привлекало. Кроме кимоно и знаний нескольких иероглифов, как-то почему-то ее это дальше не затянуло. Но не затянуло и не затянуло, ничего страшного. В своем деле она выдающийся профессионал, и мне нравится есть. То есть, если ты занимаешься карате, то надо обязательно есть палочками. Я-то и самураем не то, что не являюсь, это и не могу им быть, и, наверное, и, может, и не хотел бы, тем не менее, вот для меня мой меч имеет определенную ценность, просто потому что, так же, как, например, там скрипка для скрипача, просто потому что ты ей отдал много сил и физических, и душевных. Естественно, она для меня ценна. И иногда я так фантазирую, а хотел бы я, например, своему сыну этот самый меч передать. Не уверен, что хотел бы передать его как железку, но я хотел бы передать своему сыну или своей дочери уважение к предмету, как таковому, к тому, чем можно совершенствовать самого себя. Раньше мне казалось, что черный пояс – это предел моих мечтаний, что вот так мне хочется. Ну вот, один у меня уже есть, второй, глядишь, я должен получить. И раз занимавшись там столько лет, начинаешь понимать, что это вот такой малюсенький уровень, как маленькая форточка, ты видишь? За форточкой что-то такое замечательное, яркое, красочное, какое-то красивое, притягательное. С каждым маленьким шагом ты к этой форточке ближе подходишь, и перспективы у тебя увеличиваются. Вдруг в какой-то момент ты туда голову просовываешь, и вдруг понимаешь, что за ней целый мир. Куда ни посмотри, в любую сторону можно и фантазировать, и развиваться, и что-то придумывать, какие-то находить для себя пути. А ты только ты заглянул. Дай Бог здоровья и успехов моему первому учителю Наталье Кудлину. Когда по определенным причинам она меня попросила провести тренировку. И вот я очень хорошо помню, что в тот момент, когда я эту тренировку проводил, я за одну тренировку, которую я провел сам, для себя понял и ощутил больше, чем за, наверное, за год тренировок, на которых сам тренируешься. И тогда я уже твердо решил, что я не просто хочу, я должен это делать. Это дополнительный путь прогресса. Если только тренироваться,
Это хорошо, но это ума. Должно быть желание и необходимость кому-то что-то объяснять, вкладывать, находить те аргументы, которые человеку будут понятны. Когда у кого-то из учеников вдруг что-то получилось, такая же сатисфакция, просто, наверное, ничего более созидательного, я в своей жизни ничего не делал. Когда вдруг увидишь, что у кого-то что-то получилось так, как должно быть, это очень здорово. Очень хочется наизнанку вывернуться, но на черный пояс его подготовить. Надеюсь, что мне это по силам. По ситуации на настоящий день у меня нету тренировок. В понедельник я тренируюсь с утра сам. Во вторник я вечером провожу тренировку. В среду сам. В четверг вечером тренировку провожу. В пятницу с утра сам. В субботу утром сам. Во второй половине дня провожу. И в воскресенье тоже провожу. Все, получается, что исключение нет. Иногда вечером даже придешь домой, снимешься с ним, начинаешь махать, потому что вот что-то такое в душе поднимается. Не часто, но бывает. И тренировки, они же как дни. То же самое. Бывает хорошее, выходишь счастливо. А бывает неудачно. И кажется, что ничего не получается, ни на что ты не способен. И все равно агрессия в душе не остается. Все равно понимаешь, что что-то делать правильно, куда-то продвинуться. Мой путь виртуальный. Называется Ямамичи, горная дорога, как японский. Я как ломал голову тут назад. А потом именно вот это мне название понравилось, потому что в горах подойдешь, все, вот вроде выйдешь на перегиб, а там вроде бы вершина, а дальше еще. Как только залез, ты вдруг понимаешь, что перед тобой еще столько всего, и столько вершин, и достижимых, и недостижимых, и перспективы колоссальные. Только останавливаться надо, иди, видишь что-то еще другое.